Так, ну что, вернулся я в свой номер, в свои опочивальню, как говорится. Кстати, вот такой вот напиток нашел в жабке. Видели такой? Кока-кола какой-то непонятный. И главное, что он Zero Sugar. А что с ним? Я не знаю, что за вкус. Короче, розово-салатовый, еще какой-то. Непонятно. Сегодня у меня на ужин вот такая вот краковская, типа сухая колбаска, плавленый сырок, какие-то такие хлебцы, ну не хлебцы, что-то такое. Ну, короче, с наименьшим содержанием этого углеводов, у меня же безуглеводная диета все-таки. И так как я пошел по минусам в эту поездку, скажу в следующем видео, что и как, вот сегодня у меня такой скромный ужин, да. Также купил 3 лотерейки. Сейчас буду стирать. Выиграю либо 85 тысяч злотых, либо 40 тысяч злотых, либо 200 тысяч злотых. Если одна из них, из нас трех сыграет, то уже не зря приехал.